Ребят, ребят, вы слышали? Вы слышали? Там подарки раздают. Погнали поскорее в игру. Give me some sugar. Give me some sugar. Дорогие друзья, всем привет. Я думаю, вы слышали новость о том, что разработчики раздают подарки ежедневно, бесплатно, абсолютно всем игрокам, беспрецедентно. Совсем недавно я забрал от разработчика вот здесь в сообщении бесплатный хлопающий пин на Гейла. Его давали за то, что вы покупаете первый сезон Brawl Pass'а. А сейчас разработчики дают абсолютно всем. Не надо никуда донатить, не надо ничего делать. Просто надо забрать подарки. Вы спросите, что, где и как и когда. Если вам интересно, я вам сейчас все расскажу. Вы только, пожалуйста, прямо сейчас нажмите на кнопку лайк и нажмите подписаться, чтобы не пропустить больше разной интересной информации. С завтрашнего дня я вам все буду дублировать и показывать. Итак, зайдя в магазин, я, конечно же, случайно расстроился, потому что подарки начнутся не сегодня, а с завтрашнего дня. Давайте я вам напомню, как это было вот совсем недавно. Учебный год в самом разгаре, а ты еще не успел обновить гаджеты. Тебе стоит зайти на Авито. Именно здесь ты сможешь купить смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и комплектующие к ним по максимально приятным ценам. Также здесь есть специальные фильтры, благодаря которым можно приобрести необходимую вещь за желаемую стоимость. Кроме того, Авито разыгрывает крутые призы в своем официальном сообществе в ВК, и ты сможешь выиграть один из 10 геймерских ноутбуков. Именно с этими ноутами комфортно выполнять задачи по учебе, написание рефератов, лабораторных и курсовых работ, а также тащить каждую катку в самых современных играх. Внизу я для тебя оставил ссылочку в описании, по которой ты сможешь перейти и принять участие в розыгрыше от Авито. Желаю тебе удачи. Пожалуйста, ребята, вспоминайте. Вы вряд ли видели у себя на аккаунте вот такую вот картину, где у вас дофигище подарков в магазине, да? Вряд ли. Потому что, ну, вы сразу собирали все подарки ежедневно, который вам приходил. А я копил их всю неделю. И вот у меня были все подарки в магазине. Помните, это было еще в июне. Эти акции, когда разработчики каждый день давали подарки. Посмотрите, и мегабокс, и большой ящик. Это же не кликбейт, это все реально. Вы можете зайти, да господи, кому я рассказываю. Заходим вот сюда и смотрим этот ролик на ютубе. 11 подарков на одном аке. Мы делали батл с Арткулом. Очень было крутое время. Я кайфанул по полной, потому что давали и значки. Вы можете посмотреть, что давали в прошлый раз. И удвоители жетонов, и золото, и давали очки силы, и мега ящик, и большой ящик. Давали даже скин на Дэрила вместе с Дэрилом, по-моему, да? Я не помню. Новый значок на Дэрила давали. Просто офигенно. И разработчики решили данную тему повторить. Итак, встречайте. Вот эта новость. Приближается фестиваль середины осени, праздник в Азии, и каждый получит 7 дней бесплатных вещей, начиная с завтра, то бишь с 15 числа. Все 7 дней подряд в магазине будут появляться новые акции. А что за акции? Давайте с вами разберемся. Разработчики нам гласят о том, что в магазине будут мега-коробки. Мне очень нравится, как они называют именно это мега-коробками, а не мега-ящиками. Может ли это значить, что будет не мега-бокс, а что-то другое? Вряд ли. Это будет мега-бокс. Драгоценные камни. Это гемы. Набор значков и многое другое. Практически, это похоже на вот эти акции. Прям, ну вот реально можно взглянуть на предыдущие акции, которые не давали. Будет набор значков, мега ящик, будет там большой ящик, золото, да. Но! Важное уточнение. Здесь будет драгоценные камни. Вы не поняли? Ребят. Драгоценные камни. Посмотрите, сколько они стоят. Даже если дадут 30 гемов, это как минимум уже офигенно, потому что это будет бесплатно. Я бы очень хотел, чтобы разработчики расщедрились и дали хотя бы всем минимум по 170 гемов. Ну а если гулять, так 360. Но если они дадут 950 или 2000, я устрою, я не знаю, какой-то бешеный ролик. Короче,
Я эти все гемы соберу на всех проектах однозначно. Какое количество, пока неизвестно. А у меня есть информация неофициальная, какие подарки будут. Я не могу ее разглашать и не буду, потому что это является либо сливом, либо дезинформацией. Все, что неофициально, к сожалению, я не могу вам освещать. Но давайте разберемся с картинкой, которую разработчики, собственно, анонсировали. На этой картинке реально есть много интересных моментов. Во-первых, вот эти подарки, которые вы видите, разлетаются от Piper. Эти мешочки с подарками, они и есть намеком на то, что какие-то будут, возможно, эксклюзивы. Непонятно, то ли это намек на какие-то новые способности, либо на, возможно, говорили нового бравлера. Ну, хотя я здесь нового бравлера не сильно увидел, но кое-что тоже присмотрел. Ребят, не знаю, я обратил внимание на вот эту планету. Не знаю, она на Землю не похожа, потому что здесь нету никаких континентов, только вокруг какие-то... вокруг вода и какие-то, не знаю, другие элементы, но точно не суша, да, по-моему? Но, если присмотреться, то здесь даже возможно разглядеть какой-то силуэт. Посмотрите, ну явно же что-то видно. Вот видно глаза. Вот, мышку мою не видно, блин. Слева, да, как будто чья-то голова. Ну, немножко похоже на Биа голову. Видно глаза. Справа тоже видно улыбку, глаза. И как будто вообще, не знаю, какое-то привидение какое-то. То есть, ну, можно пофантазировать. Можно даже этот рисунок смоделировать и нарисовать. Но в целом, возможно, это не что иное, как просто планета, да. Но, я вам отвечаю, слишком много случайностей. Также на картинке мы видим много разных непонятных моментов. Рикошет со Спраутом, летит Калет, там у нас в середине Мистер Гавс удивленно на что-то смотрит. Что он там увидел? Спайк, взрыв Спайка, очень похож на Спайка с этого, с Акваланг, с этим скафандром. Но нет, это не он. Мы помним, да, разработчики публиковали нам короля Спайка, царство Спайка. Мне кажется, что, возможно, это может быть новый скин на Спайка. Кто его знает? На этой картинке в основном изображены скины, персонажи и маленькие детали, к которым, ну, в принципе, придраться не сильно хочется, потому что, ну, они очень, ну, если так, высосаны из пальца, да? Вот единственное, что я, не знаю, обратил внимание на эту планету, напишите в комментариях, есть ли здесь что-то необычное. Возвращаясь к подаркам, ребята, с завтрашнего дня в магазине начнутся бесплатные подарки, и пока что неизвестно, что конкретно и в какой очередности. Поэтому очень, очень сильно, с большим нетерпением я завтра буду ждать в магазине подарок. Возможно, запущу там трансляцию, но, скорее всего, вы в это время, возможно, будете либо на учебе, либо, не знаю. Если вам интересно, вы заглянете, посмотрите, я обязательно соберу этот подарок. Если у меня вдруг появится информация, что именно будет в определенный день, я вам обязательно об этом дам знать. Ребята, это очень интересно. Я реально кайфанул, когда разработчики нам выдавали подарки, помните, в июне, да, я записывал про это ролики, стримил, блин, ну очень круто. Я на всех проектах открывал сундуки, это было невероятно классно. В этот раз они подготовили явно что-то более крутое, потому что есть еще драгоценные камни. А также мы знаем, что, возможно, еще будет хэллоуинская обнова, может, тоже что-то будет. И мы ждем кланвары, ребята, я думаю, что скоро будет обнова, бог, я жду клубные войны, вы не представляете, как. Я думаю, что скоро будет очень много контента по Brawl Stars. До Нового года, я думаю, много в игре чего поменяется. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Я все еще на даче, я не запустил трансляцию, сегодня у нас потасовка в Раколе, ребята, я не знаю, я боюсь запускать стрим здесь на даче, потому что у меня есть предположение, что он будет у меня лагать. Мы можем попробовать сыграть одну каточку, буквально, давайте выберем какого-то бойца, я даже не знаю, кого можно выбрать здесь, чтобы не прогореть и не проиграть, но, блин, чтобы не прогадать реально, чтобы здесь... Я думаю, что Эдгаров здесь будут все брать, но мне стрёмно играть на Эдгаре, у меня 800 плюс Эдгар, поэтому я, скорее всего, возьму... Можно база попробовать взять, да, база можно. У меня 754, полетели, правда, кубков немало, но я думаю, что база, он универсалочка и подойдет под многие карты. Полетели. Так. Надеюсь, не громко. Так, ну да, как я и предвидел, Эдгаров берут. Это очень было ожидаемо. Так. Так, Эдгар не захотел со мной батлиться. Так.
В общем, я такой бы дапал бы база, наверное, на 800. И, наверное, я за него забыл. Так, мне... Опять бойцов осталось? В смысле? Это что, так легко? А что происходит? Да ладно, а что? Что так легко? Кто-то мне объяснит? Я еще никого не убил, а уже осталось 5 бойцов. И у меня 6 банок. Это что за читерство? Если будет так легко апаться, я запускаю трансляцию. Вроде не лагает. Блин, ну где все, а? Где все? Проверяем эти кусты. Никого. Тут никого. Блин, как мне нравится бас тем, что он может даже не атаковать и проверять кусты. Оу, щит, больно. Да блин! Офигеть! Да, это было больно. Это было больно. Плюс один. Учитывая... я вообще ничего не получил. Так легко началась катка, и так она очень ужасно закончилась. Я должен закончить катку топ-1. Вот. Ну и что касательно подарков, еще намек. Я, кстати, об этом не сказал, не намек, а предположение, что дадут бесплатно скин на Пайпер. Посмотрим, посмотрим. Это, конечно, инфа. Так. Тихо, прячемся. Давай, 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 Шерри, давай, 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 давай. Где она? Я должен топ-1 занять. Так. Так, у меня скоро ульт. А где она? А-а-а, в другую сторону пошла. Так, Джеки надо забирать. Так, у меня есть ульт. Это уже хорошо, никакой сту теперь меня не заскамит. Так. Блин, все спрятались. Но я кубки не слил, это уже хорошо. В прошлой катке. Блин, боюсь подходить. Может, кто-то тут 10-баночный сидит. 6 бойцов. Ну, умирают быстро. На самом деле, если постараться, то можно занять победную позицию. Твою же мать, ну чё я не использовал ульту? Минус 3, капец. Ну, не-не-не-не-не, я топ-1 должен занять. Началось. Что за стрим? Лайк, подписка. На даче. Стрима еще ни разу не было. Не знаю, получится у меня или нет. Ой, все мое, 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 все мое, 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 никому не отдам. Ты что, дурак? Ты что, дурак? О, щит. Не, ребят, не, ребят, это все мое, это все мое. Это все мое. Да блин! Блин, заберись, пожалуйста, у тебя все твоих рукав. Жадность меня никогда не приводила к хорошему. Никогда! Фак-ф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 ак
Боже мой. Я собрался. Такая тупость, такая тупость. Я буду молчать. Я молча выиграю эту карту. Боже мой! О боже мой! Отлично, еще и лагает. Извините.
Не бомбит. Так все классно начиналось. Мы могли так хорошо катку отыграть. Лагает. Роутер у меня на улице, блин. У меня нет провода его перенести, блин. Я бы уже давно его перенес сюда, в комнату. Мне просто удлинить, ну, вот этого шнура нету, который... Дай мне ульт. 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 Yeah, man. Так. Отлично. Отлично. Я затащу эту катку, мне все равно. Так. Отлично. Ах ты ж гад такой! Да чёрт! Я затащу, я не офну стрим. Пока не затащу катку. Стрим, да, стрим. Я пошел в бой. Все, последний бой. Точно стрим нужен. Эти щиты у Эдгара, это капец. Охренеть, просто охренеть.